Один человек погиб, двое пострадали в ДТП в Житосузской области. Авария произошла в Искельдинском районе. На сельской автодороге столкнулись Toyota Prado и Toyota Camry. На месте происшествия погиб 47-летний мужчина, находившийся за рулем легковушки. Водитель внедорожника вместе со своим пассажиром с тяжелыми травмами госпитализированы в районную больницу. Обстоятельства смертельного ДТП выясняются. Уважаемые водители, просим вас соблюдать все правила дорожного движения ради всеобщей безопасности.